Здравствуйте, я Даша Тарасова. Это программа «В фокусе». Самые интересные публикации об Азербайджане в российских и международных СМИ. Вот о чем пойдет речь сегодня. Предвестник мира. Как Азербайджан и Армения будут определять международные границы? Натуральный продукт. Где в Азербайджане выращивают самую вкусную индейку? История черного золота. Какое место посещают туристы из Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане? Где пройдет граница между Азербайджаном и Арменией? Это сейчас один из ключевых вопросов на пути к мирному договору. Процесс обозначения линии называется демаркация и делимитация границы, а вот ее предвестником считается бордеризация. Об этом пишет портал Евразия.нет. Слово «бордеризация» является относительно новым, но за свою короткую жизнь оно приобрело множество значений. По сути, это создание физической инфраструктуры для демаркации границы и предотвращения свободного передвижения людей, возведение пограничного ограждения, развертывание колючей проволоки или просто установка пограничного знака являются примерами бордеризации. Между Азербайджаном и Арменией никогда не было узаконенной международной границы. В Советском Союзе это была лишь внутренняя административная линия. А после обретения Арменией и Азербайджаном независимости формальной демаркации не было. Тому причина – конфликт, который длится уже почти 30 лет. В начале 90-х Армения оккупировала азербайджанские земли. В 2020 году Азербайджан освободил Карабах и прилегающие территории. Теперь главный вопрос – а по каким картам должна пройти государственная граница? Президент России Владимир Путин не раз упоминал, что в российском генштабе лежат единственные подлинные карты советской эпохи. Самое главное сейчас – это окончательно урегулировать ситуацию на границе. И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь даже нам, пожалуй, никто больше не нужен, кроме двух сторон России. Почему? Есть очень простые, прагматичные вещи. Да карты, потому что в генштабе российской армии находятся. Карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период. Демаркация и делимитация границы запустят процесс урегулирования. Следующий шаг – разблокирование транспортных коммуникаций. Ключевым проектом может стать Зангезурский коридор. Азербайджан получит сухопутный коридор со своим Нахичеванским анклавом, а Армения получит транзит в Россию через территорию Азербайджана. Любой прочный мир требует, чтобы Армения и Азербайджан договорились о подробной демаркационной линии на земле и о точных протоколах для региональных транспортных маршрутов, независимо от того, являются ли они беспрепятственными коридорами или нет. В столице Азербайджана состоялись показы 13-го сезона официальной недели моды «Азербайджан Fashion Week». Информационное агентство Казахстана «Казинформ» сообщило, что в мероприятии приняли участие и казахстанские дизайнеры. В международном центре «Мугама» во время главного модного события в Азербайджане публике были представлены интересные и яркие коллекции и имена из фэшн-мира. Основной темой бакинской модной недели стало 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, в связи с чем подиум азербайджанской модной недели стал местом встречи модных дизайнеров двух стран. Мероприятие позволило представить выпускникам дизайнерских студий свои дебютные коллекции. На подиуме также был проведен специальный показ первого в Азербайджане бренда адаптивной моды для людей с ограниченными возможностями. Главная цель проведения проекта «Азербайджан Fashion Week» – дать возможность гостям недели моды напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена, присмотреть что-то новое в гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономив время на поиск. Масштабный проект является площадкой, объединяющей дизайнеров, байеров, местную и иностранную прессу, а также всех модников и модниц столицы. Азербайджан манит туристов со всего мира, ведь каждый может найти там что-то интересное для себя. Например, гости из Объединенных Арабских Эмиратов интересуются историей нефтяного бума в Азербайджане. Журналист ежедневной газеты The National на английском языке посетил село Балаханы, место, где была создана первая нефтяная скважина. Меня привлекла сюда богатая история этого района. Именно здесь в 1873 году была выкопана первая в мире современная нефтяная скважина.
Здесь добывали черное золото, которое принесло миллионы долларов во время нефтяного бума конца 19 века. А после обретения Азербайджаном независимости позволило стране стремительно развиваться. Чтобы увидеть, как преобразился Азербайджан, достаточно посетить село Балаханы. Раньше это был грязный промышленный район с развалившимися домами и отсутствием благоустройства. Ни Талал стал первым иностранным журналистом, кто посетил село после масштабной реконструкции. Здесь были отремонтированы тротуары и дороги, здания и дома, создано более 100 малых предприятий для развития ремесленной промышленности региона. Куда бы я ни посмотрел, везде можно увидеть красоту. Потрясающий паблик-арт, ландшафтные сады, жилые дома, украшенные красочными фресками, атмосферные рестораны и очаровательные жители. Часть исторической архитектуры восходит к 1880-м годам, когда местные землевладельцы, заработавшие миллионы на нефтяных скважинах, реинвестировали в благоустройство Балаханы. Некоторые из домов этих землевладельцев до сих пор остаются нетронутыми, напоминая о временах, когда они тратили деньги на то, чтобы превратить свои дома в символ статуса. Но туристов могут привлечь и более ранние архитектурные шедевры. Интересный факт, что Балаханы славились своей банной культурой. В селе было 18 хамамов. В хамаме 15 века я чувствую, что перенесся в эпоху цвета сепии. Архитектурное чудо состоит из трех взаимосвязанных частей. Главного входа с коридором, ведущим в гардеробную и кладовую. Большой плавательный зал, оборудованный бассейном с горячей и холодной водой. И небольшие смежные помещения. Также обязателен для посещения караван-сарай 17 века, который когда-то посещали торговцы, идущие по Великому шелковому пути, а также мавзолей, построенный в 1428 году. Журналист удивляется, насколько бережно азербайджанцы относятся к своей истории и создают комфортные условия для жизни людей в наше время. Азербайджан славится своими мясными блюдами. Туристы, как правило, заказывают блюда из баранины, но, оказывается, в Азербайджане есть фестиваль индейки. Репортер телеканала «Мир» отправился в Белисуварский район Азербайджана. Почему события проводятся именно здесь, рассказала учредитель фестиваля Фахранда Гасанова. Дело в том, что здесь находится соленое озеро, и индюшки как бы пьют воду из этого озера. Поэтому у нее такой приятный солоноватый вкус. Поэтому здесь индюшка считается самой вкусной. Большой популярностью мясо индейки пользуется зимой, с приходом холодов. По сравнению с другими видами мяса птицы, жир индейки богат белком и витаминами А и Е. В нем очень малое содержание холестерина. Главное событие фестиваля индейки – конкурс среди кулинаров-любителей, которые съехались со всего Азербайджана. Салаты, гавурма, пироги, рулеты, запеканки и плов с мясом индейки – это только малая часть меню. Это мое блюдо. Там кефта из индейки, внутри сливочное масло со специями и с чесноком. И сверху картофельное пюре, тоже со специями, и все это обжаренное во фритюре. Я пересмотрела очень много рецептов, и откуда-то я один с этого рецепта комбинировала, в общем. То есть это разные были. Кефта была отдельно, пюре вот это было отдельно. Я это все вместе соединила и сделала единым блюдом. Да. Вкус и подачу блюд оценивали судьи кулинарного конкурса. Это не только профессиональные повара, но и блогеры-гурманы. Блюд очень много, я не совсем все успела попробовать. Я лично оцениваю с двух критерий. Да? То есть это вкус, ингредиенты, которые дополняют друг друга. А этот парень знает о еде практически все. Об известном американском фуд-блогере Марке Вьенсе мы рассказывали в нашей прошлой программе. Тогда он попробовал стрит-фуд в Баку. Вьенс сделал серию репортажей об Азербайджане. Этот выпуск о его путешествии в сельскую местность стал самым популярным. Его посмотрело более 1,5 миллиона зрителей. Марк Вьенс посетил село в Габалинском районе Азербайджана, где его встречал гостеприимный хозяин. С дороги блогера угостили чаем из традиционных стаканов армут в виде груши и пахлавой.
Существует множество разновидностей пахлавы. В Габалинском районе готовят треугольную пахлаву под названием учгулак. Очень вкусно. Пробовал много разновидностей пахлавы, но это неповторимое. Но главный сюрприз блогера ждал впереди. Специально для гостя хозяин решил приготовить барана, который еще утром бегал по лугам. Свежий баран в горах. Просто невероятно. В Йенсу продемонстрировали все этапы приготовления барана. Разделку, жарку на печи и в тандыре. А в качестве гарнира приготовили овощи на мангале. Американского блогера сложно удивить вкусом. Но азербайджанцам, видимо, это удалось. Йенс потерял дар речи. Thank you. Чоксовал. Чоксовал. Вау. Эту поездку в Азербайджан Йенс запомнит надолго. И теперь нет сомнений, что вернется сюда не раз. Но главное, что теперь 10 миллионов его подписчиков в YouTube могут стать потенциальными туристами, которые захотят посетить Азербайджан. Такие публикации об Азербайджане оказались в нашем фокусе на этой неделе. До свидания!